Всем привет! Меня зовут Павел, и сегодня я расскажу вам про Казань за одну минуту. Из международного аэропорта Казань ходит скоростная электричка, которая всего за 28 минут доставит вас прямо в центр города. И заплатите вы за такой проезд всего 40 рублей. На улице Баумана, которую местные называют своим Арбатом, можно прогуляться и попробовать татарскую выпечку. Кыстыбый, губадия, элеш и эчпочмак. Возьмите на прокат велосипед и прокатитесь вдоль Кремлевской набережной, с которой открывается шикарный вид на город. Доехав до самого Кремля, не спешите осмотреть все достопримечательности. Дождитесь темноты, когда на нем включится подсветка. Ну и, конечно же, Кул-Шариф. Без селфи напротив этой красивой мечети не обходится ни одна поездка в Казань. Если останется время, то съездите на остров Град-Свияжск, который построил Иван Грозный. Там есть храмы и монастыри 16 века.